Итак, начинаем генеральную уборку у нашей улиточки Ахатин. Несколько недель, может и полторы, я у нее не убиралась. С чего начинаем? Начинаем с того, что надо переложить старый мох в тазик, чтобы можно было его помыть. Я не заваливаю все это дело в ванную, потому что... Ой, мушки уже завелись, ничего себе. Так, потому что, ну, немножко брезгую. Вот, а так я полощу вот в таком вот тазике. Черри. Так, Черри наша спит теперь. Не будем ее тревожить, переворачивать, пусть она спит дальше. Все это я вымываю, выполаскиваю и выливаю в туалет, либо на улицу. Потому что живу в частном доме. И сейчас я хочу поменять полностью содержание моей улиточки за счет того, что я поменяю грунт, субстрат. Оставлю часть моха и сделаю кокосовый субстрат. Посмотрим, как улиточка отреагирует на это. И будем дальше смотреть следующее. Замачиваем старый мох в горячей водичке, в тепленькой, в горячей, наверное, даже больше. Почему я решила поменять субстрат? Ну, потому что, во-первых, на улице зима, и, к сожалению, моха у меня больше не набралось. Вот, и поэтому будем реанимировать старый мох и делать наполовину субстрат из кокосового волокна. Сейчас я его выполощу, отстоится он полчасика. Я его солью, положу на крышечку, чтобы он стек, и буду дальше делать. Не забываем, что контейнер надо мыть и здесь, и все стеночки полностью, притом тряпочкой без химии, той, которой вы не пользовались, где-то там раковины или что-то другое мыли. Теперь достаем мох на просушку, он у нас выполоскался хорошенько. Вот так вот ложим на какую-то вот такую вот не вертикальную, не горизонтальную, под наклоном какую-то вот крышку, и чтобы он вот так вот стек. Итак, дорогие друзья, смотрите, в чем суть вообще этих перестановок. Хочу посадить вот такая вот микрозелень, это редиска. Ну, это не микрозелень, это обычная редиска. Хочу ее вот сюда пересадить. Вот, и еще вот в это дело, в этот кокосовый субстрат хочу насыпать ячменя. Я так размышляла, что вот по, судя по влажности, по всему, он должен зайти неплохо. И это будет такой вот живой, свежий корм для улиточки. Посмотрим, съест его улитка или не съест эти зернышки до того, как она прорастет. Но будем следить за этим. Так, и вот сюда, в уголочек, я посажу вот эту свою редисочку. Так, сейчас я сделаю и вам покажу, как получилось. Посадили редиску, посеяли ячмень, поставили баночку с едой. Обязательно посыпаем ее. Сейчас я посыплю кальциевой смесью, а попозже, в другой день, посыплю зерновой, кальциево-зерновой смесью. Вот, улиточку я покупала. Она любит очень купаться, сидит у меня на руке. Когда сверху водичка льется, она просто тащится. Вот, и сейчас она пошла в свой домик. Пока что она осваивает мох свежий. Ну, а под вечер я вам покажу, зашла она в эту зону, понравилась ей эта зона или нет. До новых встреч, до вечера. Через несколько дней пшеница начала прорастать. Но улитке очень понравился этот уголок именно с редиской, с ростками редиски. Она просто с него не вылазит. Она тут лежит, она тут усами шевелит. Так что я думаю, когда прорастет вот этот овес, она улитке тоже, этот уголок будет тоже нравиться. Всего до новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И посмотреть, как дела у моей улиточки.